время фокусировать внимание на выборе, что вы совершаете каждый день, на конструктивном выборе, родить нового себя, показать свои ценности и начать делать на своей работе, в своей семье, в отношениях, проявить что-то из своего настоящего, нового духа. И фокусируясь на этом, вы увидите, как быстро все меняется, как быстро заблокированная, невозможная, неразрешимая ситуация конфликтов, сомнений возвышается и трансформируется. И на мире, на коллективном уровне, на уровне всей планеты, мы видим, сколько конфликтов, сколько борьбы, сколько по-прежнему люди сражаются, не хотят меняться. Из-за того, что у них есть очень сильный страх что-либо менять, что-либо отдать. И это показывает нам, что это глобальный менеджмент на уровне планеты, он полностью потерялся. Все наши экономические системы, они идут в тупик. И люди пытаются тратить миллиарды на войны и думать, что это как-то разрешит ситуацию. И мы не знаем, сколько людей примет это решение присоединиться к конфликту. И это лишь заставляет всю планету делиться на блоки, когда в конце концов планета поделится на два больших блока, которые воюют друг с другом. И финальная точка, финальное решение будет соединение этих блоков, когда наконец произойдет единство. И здесь очень важно видеть тот подсознательный страх, который руководит всеми нами, от которого надо очиститься. Мы боимся и ищем свою безопасность, защититься при помощи кого-то. А вместо этого надо фокусироваться на творчестве, на творении, создании. Столько людей вокруг нас пробуждается. Так что если вы удержите эту чистоту, помните этот принцип вибрации. Если ты держишь свою чистоту, ты не падаешь в сомнения, то ты привлечешь людей, и ты откроешь свой путь. Когда ты делаешь один шаг и утверждаешься в нем, то шаг за шагом твоя чистота раскроется, и все будет дано. Тебе надо практиковать каждый день. Каждый день утверждаться в своей ценности, в своей чистоте, и ты повлияешь на всю планету. Вы знаете этот принцип 108 обезьян? Как только станет необходимое число людей, вибрирующих на одной частоте, вся планета поменяет частоту. Так что вопрос лишь в том, хватает ли вам нервов, ваших желез, чтобы фокусироваться на этой частоте и держаться ее? И, безусловно, любви. Не просто я, а мое бесконечное сознание, моя истинная человечность, которая никак не связана с хорошие, плохие, добрые, злые, агрессоры, жертвы, несчастные, счастливые. Никто не заставлял вас становиться жертвами. Вы сами выбрали стать жертвой ситуации. Выйдите из вашей иллюзии, и проснитесь героем, поняв, что то, что вы есть, вы уже успех. Вы самый прекрасный дар, данный Богом, созданный Богом. И начните отличать свое маленькое «я» и свое настоящее «я». Настоящее «я», бесконечный, вечный. Как только мы наберем эту необходимую плотность пробужденных людей, мы выйдем на чистоту, когда все вознесутся вверх. И на самом деле есть лишь один выход. Мы создадим эту новую планету. И трюк в том, что мы не знаем, как это произойдет. Произойдет какой-то квантовый прыжок, который возможен только из нашего сердца, не из нашего понимания. И для этого надо создать
нового человека внутри себя. Ощутить себя, что я уже новый, не надо ничего ждать. И это просто мой выбор. Прямо сегодня. Я квалифицировал себя. Я признал, что я на этой чистоте. Я на чистоте 5D. Нет ничего моего. Это не принадлежит мне. Я просто прохожу эти трансформации. Я выше всего этого. Я за пределами всего происходящего. Так что возносящаяся земля, это земля, которая выходит за пределы хаоса и путаницы. Так что концентрируйтесь на том, что вы хотите создать. Не как вы хотите компенсировать себя, обезопасить себя, а какую инновацию вы хотите родить. Потому что импульс, идея уже внутри вас. Мы 1000 лет проходили одну и ту же джапу. 1000 лет мы твердили себе, из-за того, что эти люди поступают со мной плохо, из-за того, что у меня плохая страна, из-за того, что плохая экономика. 1000 лет мы приучали себя, что мы жертвы злого страшного мира. Измените этот гипноз и поверьте, что вы хозяин, и вам не надо верить в эту ерунду. Понимаете, все растения, все минералы, все животные трансформируются вместе с нами. Повторяйте себе новую мантру, новый самогипноз. Понимаете, вы гипнотизируете себя сегодня этой путаницей, этим бредом, либо вы загипнотизируете себя единством, своей силой. Просто возьмите 10 минут наедине с собой, сконцентрируйтесь на этом ощущении «Я бесконечен» и дайте чистоте наполнить вас. Вы ощутите невероятный приток кундалини, потому что энергия готова войти в вас. Если вы приготовите свое тело, откроете его, открывшись, вы тут же примете чистоту. Закройте физические глаза, откройте третий глаз, откройте сердце и примите дар. Так что мы никогда не были настолько близки. Нам не надо воевать за землю, воевать, кто прав, кто не прав. Забудьте эту дуальность. Пусть люди, кто хочет войны, воюют. Пусть конфликтуют желающие. Мы выбираем свой путь. И мы знаем, на чем я фокусируюсь, то я проявлю. В этом красота времени. Вы свободны выбрать свой путь. Вы гражданин всей планеты. И никто не решает за вас. И мы должны осознанно выбрать, какую джапу я делаю сегодня. Что я повторяю внутри себя. И вот это очень спонтанная молитва, спонтанная ежедневная настройка. Я знаю, что я знаю. Я не должен смотреть все эти газеты, всю эту дезинформацию, всю эту борьбу мнений. Мне не нужна вся эта токсичность. Я знаю, где я. Если я знаю, где я, если я знаю, что я хочу творить, я фокусируюсь на этом. Сконцентрируйте свою любовь, психику, свет, и все будет происходить. Никаких сомнений. Все сигналы уже с нами. Единственная ваша надежда сегодня — найти себя внутри себя и стать человеком нового мира. Ощутите, я един. Мне не надо куда-то идти. Я уже полноценен и завершен. Единственное, чего вам надо осознать сегодня, что я целен. Никакой разделенности с миром. Это и есть состояние молитвы, когда никаких сомнений в моих клетках, меня не трясет влево-вправо, я не хочу сегодня одного, завтра другого. Я знаю, что я знаю,
Я знаю, что это происходит, ровно как я сам это делаю. Поэтому я назвал нашу встречу «Время пришло».